На картинке с регистратора видно, как машина едет по трассе и не снижает скорость перед пешеходным переходом. Туда резко выезжает велосипедист, который по правилам должен переходить дорогу пешком, ведя рядом велосипед. Иномарка сбила мужчину. Водитель «Лексуса» сразу же вышла из машины. Теперь все обстоятельства ДТП предстоит выяснить автоинспекторам. Еще одно ДТП попало в камеру видеонаблюдения. На транспортной «Мерседес» пересек двойную сплошную и не уступил дорогу двигающемуся по главной мотоциклу «Ямаха». Экстренное торможение привело к тому, что мотоцикл перевернулся. Его водителя увезли на скорой помощи. Состояние врачи оценивают как средне-тяжелое. За рулем автомобиля была девушка, она отделалась легким испугом.